Good evening, ladies and gentlemen. My dear colleagues, I'm glad to present here our unified farewell video, that is, which is named... Выпускной. Выпускной, все верно, потому что мы выпускники. И знаете, я давно наблюдаю за вами, и вот что я заметил. Вы славные малые, хорошие ребята. И мы сделали для вас небольшой кинонабросок. Знаете, там немного о нас, немного о вас. И есть хорошие веселые моменты, есть на что посмотреть. Так поехали. Итак, что мы здесь делаем? Мы снимаем замечательный вручение дипломов легендарного года выпуска 2014 в УШМ СПбГУ. Хуа! Скажите, пожалуйста, какой факультет вы закончили? Я закончила самую выдающуюся бизнес-школу России, мира, вселенной и так далее. Graduate School of Management. Как вас зовут? Даша. Илья, скажите. Имя? Имя. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Яша. Да, его зовут Яша. Мария. Пока. 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 Только Заражевская. Что вы здесь делаете? Скажите, сколько лет в УШМ? В УШМ? Да. А, в УШМ? В высшей школе менеджмента, в которой вы только что закончили. Сколько лет? Совсем молодая. Ну, сколько? Симпатично. Года 23. А что, для тебя сценарий какой-то? Все, поехали. Сколько лет в УШМ? Сколько лет я учился в УШМ? Нет, сколько лет в УШМ? А, в УШМ 20 лет. Все, согласен. Давай. 20. Держись на связи. 20. Толя, а сколько ты в УШМ лет? 2. 3. Молодцы. А сколько в УШМ лет? 3. А, в УШМ? Я думал, сколько я лет в УШМ. А сколько вы там? 2. Перечислите, пожалуйста, 5 сил порта. Конкуренция. Бая. Сила трения. 5. И какие они? Сила воды, земли, воздуха. Это из героев меча и мача бывает. Свет. New entrance. New entrance. New entrance. Потом 5 сил Вагана. Они, возможно, совпадают. 4-5, по-моему, как-то так. Все? Все? Не знаю, ну там еще конкуренция есть в центре. Да, а там... Майкл. Миша Портер. Миша Портер. Да, у него... Он наш друг.
Правда, он так ни разу не заехал. Мы звали, но почему-то не заехал. Прислал только книжки. Сколько, сколько у него сил? Обвинители. Да. Потом есть, как это, entry barriers. Потом есть... Чего? 5 сил Портера. Портер был сильный малый. Майклс. Саплайеры, байеры. Заменители и комплименты. Комплименты? И еще твоя сама установка, короче. Умный, состоятельный, образованный и честный. Да. 5 сил Портера – это, безусловно, сила, привлекательность, красота, ум и обаяние. Гениально. Сделайте, пожалуйста, свот-анализ этого совенка. Он пушистый, он маленький. Что? Сильные стороны, он умный. У него есть шапка. Давай, ты я свой, я вот это. Ну, у совенка есть сила, это шапка. Как я понял, эта шапка это очень большой знак. Да, можно попробовать. Да, собственно, потюнитесь, как вы видите, это молодой растущий организм. Красная его сила, это в том, что у него замечательный, шикарный, мягкий мех. У него развивается огромный хищный клюв, это понятно, что он будет не акулой бизнеса, а совой бизнеса, что еще круче. Совенок умный еще помимо этого. Извините, прекрасные возможности. В том, что он милый и мягкий. А опасность в том, что у него когти. Ну, короче, он не летает, это видно. Потом, ну что он? Он магистр, это плюс, это стрэнд у нас. Это хищник, да? И значок вот очень опасный. Да, у него есть крылья, это opportunity. Он, ему предстоит нелегкое будущее. А, это не мой совет. Моему совету предстоит нелегкое будущее. У него маленький племянник есть. Вот изгодь. Все, короче. Опасность, что он вагана в руках. В чем? Что маленький. Надо его защитить. Чем можно заняться в ШМ? Как чем? Не знаю, учебой. Жить там можно. Можно жить в ШМ? Да, в библиотеке. А кто у вас в руках? Кто? Сова. Чем можно заняться в ШМ? Чем я занимался? Чем можно заняться ВШМ? Да. Мне кажется, она вообще всю жизнь может в библиотеке провести. Мне кажется, она вообще вся жизнь затратила. А чем можно заняться в библиотеке? Чем можно заняться в библиотеке? Там можно спать, там можно есть, там можно общаться, говорить. Тут не учиться. А ты приходишь сюда, там учиться учить? На пец ходить, на пец. На библиотеке посидеть. Что? В библиотеке? Да, в библиотеке. Можно посидеть в библиотеке. Провести лучшие годы, просто 2 года жизни в библиотеке, да, и порадоваться потом. Да, там есть много интересных мест, можно заниматься много чем, это зависит от места. То есть есть библиотека, ну понимаете, да? Есть столовая, есть разные темные углы, там тоже надо учить, финансы штудировать. Библиотека – это вообще крутое место, чтобы пообщаться с ребятами, там книжки можно, в принципе, читать, там вот именно место, где можно потусить, и вот это очень хорошее. Можно съездить на полгода, а то и на год, за границу. Можно жить в соло. Что такое ебеда? Ебеда – стратегический термин. Это earnings before interest and taxes. Для чего? Ебеда – это беда. Все, вот. Ну это вот анализ экзамен сдаешь, тебе кажется, что ты сдал на 5, выходишь, такой дверь на ней открываешь и думаешь, ну все, я отличник. А потом получаешь ведомость, а там у тебя ебеда, поступал меньше. А скажите, пожалуйста, какой у вас второй иностранный язык? Испанский. Могли бы что им на нем сказать? Сей пординал. Тейли пали уинне. Во, это еще круче. Будем так мать. Видосилельда. Бон джия. Что бы вы пожелали выпускникам выпуска 2013 в ВШМ? Что пожелать таким замечательным людям? Я даже теряюсь. Ваши любимые люди, которые вас поддерживали. И поддерживали это не только в радости, потому что очень легко разделить человека в радость, но сложнее всего поддержать, когда человеку плохо. И поставить плечо. Я желаю, чтобы у нас с каждым был тот человек, который всегда может поставить свое плечо. Желаю всем успеха, найти себя и вообще всего-всего хорошего. Давайте что-нибудь серьезное, а потом в стиле Ксюши. Можете сами себе что-нибудь пожелать. Вы знаете, самое главное, это все, что я сегодня слышала. Из всего
этого, я буду одно единственное предложение. Это очень важно найти себя. А у тебя что, выпуск? Очень важно заниматься. Все остальное... Я ищу себя. Я желаю вам быть такими же красивыми, упитанными, счастливыми, как этот совенок. Но если серьезно, я желаю вам любить все, что есть в вашей жизни, наслаждаться каждым моментом, чтобы вы любили свой дом, свою работу, своих близких, своих друзей. И чтобы всегда над вами было прекрасное голубое солнце, голубое небо и желтое солнце. И чтобы все в вашей жизни получалось, живите ярко. Да, серьезно или не серьезно? Ну как хотите. Две версии можно. Да. Две версии. Пару слов по пустякам? Да. Ну что, я хочу сказать, мне кажется, так много хороших слов было сказано по поводу того, что удачи, счастья. Пустякам, типа да. Мне? Ну, себе можно. Скажите. Все будет, ребят. Нам типа нам, да. Типа нам. Все будет очень. Дорогие друзья, выступаете у нас. С высоты полета хочу вам сказать, что шампан не пригодится. Давай с высоты полета. Сам вы потеряете себя дома. И так далее. Я хочу сказать, что действительно те люди, с которыми я училась все это время, действительно стали моя маленькая семья. I wish to all the Romanians to love and to be loved as well. Хотелось бы, чтобы у всех получилось, но, наверное, немножечко не сразу, чтобы каждый успел прочувствовать этот путь и по-настоящему оценить то, что есть и то, что будет. Серьезно, чтобы все-таки, наверное, не забывали, что нужно создавать рабочие места, не работать. Чем больше нас не вытянут. Ребята, держите. Вами. Страна ждет вас. Сова с вами. Сова с нами, мы с вами. Камон, сова. Сова, я. Давайте отметим, что у меня есть. Шикарно. Спасибо. До встречи вечером. Ладно, давай, Даша. Сова улетела. Прилетела, теперь мой профессиональный интервьюер задаст вам пару вопросов. Хорошо, я готова. Ваган, что вы здесь делаете, Ваган? Как видите, я получил диплом и хотел... Не вижу, где диплом. Диплом рядом. Ой, я просто констатирую факт, что мы захватим мир. Нет, это не вход, это... Оля, не молодец! О, тут такая речь была. Да, это мое пожелание. Вот это вот моя маленькая семья. Джем, это стала такая моя маленькая семья, я тебе хочу задавать. Воу-воу, французский. Вот, и мои самые-самые теперь родные люди, с которыми я очень надеюсь, потому что я сейчас в жизни. На жизнь не надеешься, на жизнь не надеешься.